Всем хорошо известен сериал под названием «Улица разбитых фонарей». Когда завершилась его трансляция, многие поклонники оказались разочарованы. И вот спустя столько лет стало известно о выпуске его спин-оффа. Теперь телезрители интересуются, когда выйдет новый сезон сериала «Полицейское братство». Напомним, главные роли в картине исполнили Сергей Селин, Алексей Нилов, Александр Половцев, Андрей Федорцов, Михаил Тарабукин, Любовь Веролайнин, Маргарита Бычкова, Аграфена Петровская и другие. Режиссером проекта стал Максим Бриус. Сценарий к сериалу был написан Андреем Тумаркиным, который ранее работал над созданием сюжета проекта «Невский. Тень архитектора». По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Полицейское братство» назначена на весну 2023 года. Точная дата выхода будет известно позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.